Вот видим, какой разлив пошел. Река Савала не очень широкая. Ну так, в среднем где-то метров около 15. А смотрим, какой разлив от нее. Как озеро сплошное. Чайки плавают на воде. Вот там видим, летают чайки, плавают. Летом их здесь нету, а при разливе чайки тоже прилетели. Вот такой разлив реки Савала. Река небольшая, как видим, мост всего протяженностью где-то 30 метров. Река сама где-то метров 15 протекает, когда спад воды идет. А сейчас просто вот такое наводнение. Видим, течение везде идет. Это течение направляется по течению реки. Чайки летают, много чаек здесь. Такой разлив на обе стороны. Здесь идет дорога. Вот такой разлив воды от реки Савала мне пришлось запечатлеть на сегодня. Это 9 апреля 2018 года. Вода прибывает. В дальнейшем буду вести еще наблюдение за прибытием воды в этом небольшом Новохоперском водохранилище Талых вод. Сегодня 13 апреля 2018 года. Река Савала вышла из берегов. Не то, что вышла, просто не способна была пропустить такое количество большой воды, талых вод. И здесь образовался вот такое Новохоперское водохранилище. Забор талых вод. Видим, какой обширный бассейн этой воды. Здесь проходит дорога асфальтированная. Вот видим асфальт и вода. Проезд в соседнюю село здесь категорически запрещено. Там поставили впереди знак «Движение запрещено». На днях тут ехала Нива, и чуть ее течение мне снесло на сторону. Вот, как видим, что может быть от большого объема снега. Если бы тепло шло не так быстро, то, конечно, вода, может быть, пропитывалась, часть уходила бы, но резко пошло тепло, река не справилась тем объемом воды, талых вод, который образовался после тайки снега. И вот наблюдаем, что есть. Соседнее село отрезано от районного центра. Вода, возможно, через месяц уйдет, а возможно и нет. Но она еще все увеличится. Дня три назад здесь был асфальт, воды здесь не было. Но теперь, как видим, и здесь течение. Раньше тут были на днях чайки, летали, а сейчас их не видно. Куда-то улетели. На этом завершаю свой небольшой видеорепортаж с этих мест Новохоперского района. До свидания.